Доброе утро, друзья! Начну с отличной новости. Ученые открыли формулу хорошего настроения. По этой формуле нужно смешать в одной программе лучшую музыку, добрый юмор, обаятельного ведущего и самых верных зрителей. По-моему, все компоненты у нас налицо. И сейчас мы докажем на деле, что ученые не ошиблись. В эфире «Лаборатория счастья. Утренняя почта» и ее ведущий лаборант Николай Басков. Первым в лабораторию счастья пришло письмо Натальи Макеевой из Тольятти. «Дорогой Николай, хорошее начало. Недавно я опаздывала в университет и взяла на прокат электросамокат. А пока ехала, потеряла телефон. Стою, реву. Вдруг ко мне подбегает молодой человек и протягивает мой новенький розовый смартфончик. Оказалось, он увидел, как я выронила смарт из куртки и бежал за самокатом целых 2 километра. О! Учитесь, как надо бегать за девушками. Я только успела сказать спасибо, а он уже заскочил в универ. Я даже не спросила его имя, а парень мне очень понравился. Конечно, с такой-то спортивной формой. В общем, я нашла телефон, но потеряла сердце. Николай, пожалуйста, хоть вы утешьте меня красивой песней. Наташенька, я утешу вас предсказанием. Вы обязательно увидитесь со своим ненаглядным спринтером. Вы же учитесь в одном вузе. А красивой песней утешит Валерия. Песня, ну, прямо про вас. «Я потеряла сердце». Я потеряла сердце у тебя в квартире. Найди его скорее и прошу, верни мне. Оно упало где-то у порога близко или среди рубашек твоих и дисков. А может быть, когда я шла упало сердце прямо тебе под колеса. Я потеряла сердце и не заметила. Зачем же, зачем я тебя встретила? Я потеряла сердце и не заметила. Зачем же, зачем отрикошетила? Я потеряла сердце. Тебя на встрече, оно упало где-то прямо в пыльный вечер. Ищи его везде, и у себя в карманах, и на своем столе, на небе, на диване. Я потеряла сердце у тебя в квартире. Найди его скорее и прошу, верни мне. Я потеряла сердце и не заметила. Зачем же, зачем я тебя встретила? Я потеряла сердце и не заметила. Зачем же, зачем отрикошетила? Я потеряла сердце и не заметила. Я потеряла сердце. Зачем же, зачем отрикошетила? Я потеряла сердце и не заметила. Зачем же, зачем я тебя встретила? Я потеряла сердце и не заметила. Зачем же так больно отрикошетила? Наша лаборатория счастья только что получила новые данные. Они в письме Юрия Зорина из Железноводска. Николай, разрешите похвастаться. У нас крепкая семья, 2 детей. Очень рад за вас, Юрий. Моя супруга обожает поп-музыку настолько, что дает детям имена в честь кумиров. У нас уже есть сын Филипп и дочь Валерия. Ну, есть еще одно неплохое имя – Николай. Вчера подтвердилось, что у нас будет 3-й ребенок. Ой, мои самые искренние поздравления. Напоминаю, Николай. Жена хочет назвать его в честь Григория Лепса. Ну, только бы не девочка, трудное будет с именем Григорий.
Можно в честь такого радостного события подарить моей Светочке песню Григория Лепса. Она будет счастлива. Юрий, Светлана, ну, конечно, можно. Для вашей замечательной семьи поет самый брутальный соловей нашей эстрады Григорий Лепс. Как будто сразу после боя, как раскалившись до красна, остались нам вдвоем с тобою любви просроченной слова. Потом банально хлопнув дверью, не оглянувшись, ты пошла ходить другою параллелью одна. Что ж ты натворила? Ну как же ты могла? Закончилась весна и все запорошила. Что ж ты натворила? Решай теперь сама, как все забыть слова. Все, что с нами было, разрушила сама. Сама. Навеет запах на постели, что где-то рядом бродишь ты. И без тебя осиротели мои наивные мечты. Сольются месяцы, недели, и если не вернешься ты, пока не будем ставить точки над «и». Что ж ты натворила? Ну как же ты могла? Закончилась весна и все запорошила. Что ж ты натворила? Решай теперь сама, как все забыть слова и все, что с нами. Кеша, хочу поделиться с тобой очень важной информацией. Чтобы сохранять хорошее самочувствие, нужно ежедневно минимум полчаса посвящать спорту. Кошмар! Кошмар! Так что с завтрашнего дня начинаем бег, плавание. Кеша, попугай! Ах да, ты же попугай. Ну, тогда займешься фигурным летанием и перетягиванием банана. Хочу банан! Хочу банан! Это позже. А сейчас нас ждет письмо от настоящих любителей спорта. Может, они-то нас и потренируют. Физкульт-привет, Николай Иннокентий. Физкульт-привет! Физкульт-привет! Сегодня 5 лет со дня основания нашего фитнес-клуба «Кому за 70». Ух ты! Вот это я понимаю! Активное долголетие. Старейшему участнику нашего клуба 87 лет, но он даст фору иным 50-летним. Могу представить, что творят у вас 70-летние. Пожалуйста, покажите в вашей передаче что-нибудь забавное про фитнес. С уважением, Нина Аркадьевна, Шпак и подруги. Наташа, на старт!
Иннокентий, спасибо за подсказку. Дорогая Нина Аркадьевна, здоровья вам и вашим подругам. И обязательно такого же активного долголетия. В день рождения вашего фитнес-клуба своим спортивным опытом поделится замечательная юмористка Наталья Коростелева. Итак, на старт, внимание! Смех! Удивительные люди. Удивительный 7-й сезон. Уровень участников просто становится запредельным. И конкуренция просто невероятной. В пятницу в 21:30. Мега! Тримлот! Тримлот скоба! Рыбокомбинат! Омега-3. Из дикого камчатского лосося. Тримлотский. Согласно киношным стереотипам, в лабораториях обычно появляются страшные монстры. Но утренняя почта – лаборатория счастья. Поэтому и монстр, который сейчас у нас появится, вполне дружелюбный. Великий монстр шоу-бизнеса, титан вокала, кинг-конг обаяния Николай Басков. Доброе утро, мои дорогие зрители! Я так рад нашей встрече. Всем и каждому огромный привет от главного монстра хитов и шлягеров. Николай, мне срочно нужна твоя помощь. Какая конкретно? Тебя выгнали за неуплату ипотеки и нужен ночлег? Или тебе надо перенести рояль без лифта? Оставь свое неуклюжее остроумие. Мне срочно нужны права. Интересно, какие? Право на труд, право на отдых, право на лень? Не волнуйся. Все эти права у меня уже есть. Мой водитель попросил отпуск, и я решил спустя много лет снова сесть за руль. Для этого мне нужно срочно подтвердить права. Помоги проверить, насколько хорошо я помню дорожные знаки. Они у меня с собой. Вместе со столбами? Распечатал на бумаге, весельчак. Ты показывай, а я буду их называть. Хорошо, только недолго. Нас зрители ждут. Итак, что означает этот знак? Зрители бегут на концерт Баскова. То есть у тебя на концертах всего по два зрителя? Хватит меня троллить. Показывай следующий знак. Ну? Схема хоровода Надежды Бабкиной. Холодно. Это круговое движение. Но это одно и то же. Ладно, давай следующий. Внимание, Лепс потерял очки. Ты считаешь, что специально для очков Лепса придумали дорожный знак? А ты знаешь, сколько стоят его очки? Николай, мой тебе совет. Лучше подожди, пока из отпуска вернется твой водитель. А что мне делать все это время? Как что? Читать письма зрителей. Наш почтовый ящик переполнен. Ладно, уговорил. Письма зрителей – это моя главная страсть после вождения. Приступим. Здравствуйте, Николай. Меня зовут Светлана, я из города Альметьевска. Мой дорогой муж очень любит свою недорогую машину. Не вылезает из нее часами. Ну, для мужчины это нормально. Любит погонять на скорости. Сидит в ней, не трогаясь с места. Странно. Наверное, экономит бензин. Он слушает в машине музыку. У нас маленький ребенок, поэтому дома мы можем послушать только его или тишину, когда он спит. Какой заботливый папа. Сегодня у меня день рождения, малыша забрала бабушка. Пользуясь случаем, мы решили отметить праздник дома. Прямо сейчас под нашу любимую Зиверт будем ждать от утренней почты ее песни. Светочка, с днем рождения вас! Звучит песня Зиверт «Я тебя люблю». Я тут подумал, если очень хочешь, садись за руль. Я правильно назвал знаки? Только не заводи мотор и не трогайся с места. Сиди за рулем и слушай музыку. Можно ли по повадкам сразу найти что-то свое, чтобы просто и без слов унесло и несло, что потом, даже если вам не суждено вдвоем, наша жизнь — это миг, и
живем на всю жизнь. Кто же там головой, кто проехал как-то станцию любовь? Ну да ты внутри никогда не такая ты. Когда счастье рвет, а счастье не нужно, глаз мы будем каждый день как будто последний раз. Я тебя люблю, я тебя люблю. Это все, это больше, чем все. Как мы не знаем для других, как криминал. И ты себя таким еще никогда не знал. Я тебя люблю, я тебя люблю. Это все, или нам повезло. Чего не отнять у наших зрителей, так это умение удивлять. Арина Светлова из Краснознаменска в честь утренней почты сочинила самую настоящую древнерусскую былину. «Ой, ты гой еси, добрые зрители, посмотрели мы почту утреннюю, почту утреннюю да веселую. Распотешил люд красный молодец, раз прекрасно жить стало радостно». И спалать вам, Аринушка, за строки сии дюжи забавные. А теперь отличная новость. Все опыты в нашей лаборатории счастья завершились удачно. Хорошее настроение получено. С вами был, есть и будет, исполнитель всех музыкальных желаний Николай Басков. Обязательно пишите, у меня будет что почитать, а у вас что послушать. Люблю, грущу, уже скучаю. Она прекрасна и в платье, и в худи. Она как целое из тысяч половин. Ей столько раз так больно делали люди, но она искренне вновь доверяет им. И в этом городе я не встречал таких. Я каждый раз улыбаюсь от ее голосовых. Она неземная, я с нею улетаю. Я каждый раз смотрю на нее и все забываю. Девочка, космос, ты словно воздух. Девочка, космос, все так непросто. Опять из-под ног уплывает земля. Девочка, космос, ты не моя. Девочка, космос, ты небо и звезды. Девочка, космос, все так серьезно. Я написал тебе поздно от меня. Плевать на бренды, ведь она смотрит в душу. Такая нежная, но сильная внутри. Один лишь взгляд, и я обезоружен. С ней все так искренне, без фальши и интриг. И в этом городе я не встречал таких. Я каждый раз улыбаюсь от ее голосовых. Она неземная, я с ней улетаю. Я каждый раз смотрю на нее и все забываю. Девочка, космос, ты словно воздух. Девочка, космос, все.
все так непросто. Опять из-под ног уплывает земля. Девочка, космос, ты не моя. Девочка, космос, ты небо и звезды. Девочка, космос, все так серьезно. Я написал тебе поздно от меня. Девочка, космос, ты словно воздух. Девочка, космос, все так непросто. Опять из-под ног уплывает земля.